Закуска из кабачков. Кожуру с кабачков срежьте полосками, чередуя. Нарежьте кабачки слайсами толщиной по 0,5 сантиметра и сложите в пакет с зип-застежкой. Также тонкими кольцами нарежьте репчатый лук, отправьте в пакет к кабачкам. Мелко нарубите укроп и добавьте к кабачкам. В отдельной посуде сделайте маринад. Смешайте дижонскую горчицу, соль, сахар, яблочный уксус, 2 зубчика чеснока, раздавите через пресс. Маринад тщательно размешайте и вылейте в пакет. Плотно его закройте и руками потрясите пакет, чтобы смешались все ингредиенты. Отправьте мариноваться в холодильник на 15-20 минут.